Сегодня у нас замечательный воскресный день. На связи Владивосток. Солнце. Ну, все-таки сегодня у нас выходной с Владимиром. И мы отправились на открытие велосезона. Здесь перекрыто весь проспект Красоты. И мы видим уже первых велосипедистов. Вид на наш город. Золотой Рог, бухта, красота. О, сегодня здесь проводились конкурсы. Круто. Мы здесь сейчас увидели нашего замечательного человека и друга. Привет! Вот, тут ребята занимаются трекингом. Крутые трюки делают. Привет! Как здорово вас тут увидели! Скажи, кто это? Это президент Федерации трекинга Максим. С уважением вообще. Взаимно. Да, вот это вообще рекордсмен. Это наш чемпион. Я не буду этого делать. Сегодня праздник. О, тут девочки делают такие классные трюки. Михалыч, подожди меня. Да, последний раз. Сейчас я хочу вам показать, как это происходит. Смотрите. Вау, вау. Я так не могу. Наверное, мне всегда так хотелось научиться таким вещам, но надо отправиться к Максиму. Народ, пускай попрыгает, а то изводю. Все, смотрим. Девчонки, крутыши. Yes. А что у нас здесь? Велогонка. Сегодня день вопросов и ответов. Мы попрощались с замечательной семьей. И мы заразили покупкой моноколес. И теперь ждите экодрифт, ждите. Владивосток на связи. Здесь происходит. Ты у нас коляски. Владимир погнал дальше. О, тут велогонка. Мы не будем мешать ребятам, но немного проедем за ними. Нам-то не надо крутить педали. Ё-моё. Блин, парни, я вам сочувствую. Но крутить педали это тоже круто. Вот здесь разворот. И все едут обратно. В этом году мероприятие прямо очень глобальное. О, Владимир полетел куда-то, не знаю. А еще мне нравится вид на мост, сейчас откроется. Вот. Пошли юные участники. Движение, которое делается.
Где-то... Как сказала, они шибанутые? Да. В общем, про нас сказали, что мы... мы шибанутые. Может потому быть. Что и зимой давит ездим, и бокс. Днем и ночью. Давит бокс, моноколесо. Днем и ночью. Вот, в общем. Точно, наверное, мы такие. Вот еще подрастающее поколение сидит на каком велике трехколесном. А Владимир снова рассказывает кому-то на колесе. На старт! Внимание! Ой, блин! Не обойдется и без падений. Все по-жесткому. Давайте, пацаны. Давай, 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 молодец какая! Юные гонщики. Воинова Ивана сбили, смотри, молодец. Одному не повезло, потому что он упал. Ну, его просто сбили. Тут все по-жесткому у детей, даже, наверное, еще более серьезно, чем у взрослых. И, в общем, он обиделся. Да, он обиделся. И, в общем, мы, наверное, покидаем гонки здесь, все соревнования. Мы поедем дальше. Поедемся и уже в город поедем. Пока. Пока! Всем пока. Какой необычный велосипед. Не могла не удержаться, чтобы не показать, какой там классный велик, но мы уже поехали дальше. Не знаю, видно будет или нет. Мы отправились с Владимиром дальше. Да, смотрите, вид какой открывается здесь. Ох, все деревья. Деревьями все уже, конечно, закрыто. Хорошо, движение перекрыто. Простор, свобода. Передвижение. Ура! Сегодня почему-то у всех столько вопросов, да, по колесу. И даже мимо проезжаешь, как бы, ну, ездим и ездим. Обычно бывают такие дни, что всем по барабану. А сейчас мы и проезжаем, у всех выпадают глаза. Ну, в общем, интерес, наверное, потому что лето.